хороший матч получился, обоюдно острый. Соперник быстрый, молодой. Вот, в принципе, сдержали, забили свои голы. Ну, наверное, реализовали свои моменты, а не свои нет. Здорово начали, забили быстрый гол. Потом немножко сбавили обороты. Пропустили ненужные шайбы, три такие позиционные ошибки. Ну, здорово, что не бросили играть, пытались, сражались, но чуть-чуть фортуна была не на нашей стороне и не получилось вытащить матч. Мне кажется, где-то свежести, может быть, настроя, немножко креатива в атаке и более уверенной игры в обороне не хватило.